Отвага, патриотизм, победа любой ценой. Захватывающий сюжет фильма о событиях августа 2008 года не должен оставить равнодушным никого. Съемки киноленты проходят в Северной Осетии. Короткометражная художественная лента расскажет о пятидневной войне. Герои фильма сыграют осетинские актеры. Съемки начались в июле и завершатся в августе этого года. Григорий Мамиев, известный осетинский актер, сыграет одну из главных ролей. Мне кажется, фильм получится очень интересным и насыщенным. Во-первых, можно сказать, осетинский народ впервые снимает фильм про войну 2008 года. Фильмов снято много, но то, что об этом снимают именно осетины, вдохновляет еще больше. Главный герой ленты – молодой парень, выходец из Южной Осетии, который живет в Москве. Его успешную жизнь в столице рушит новость о начале войны в Южной Осетии. Стоя перед выбором, он твердо решает вернуться в Цхинвал и встать на защиту родины. Главный герой фильма оставил все – свою работу, семью – и вернулся, чтобы защитить родину. Несмотря на свой молодой возраст, он проявил себя как истинный патриот и герой. Рядом с ним встали более опытные бойцы, которые помогли ему. В общем, обо всем рассказывать не буду. Зритель сам все увидит. Фильм снимет студия «Ирмон». В кинокартине принимают участие люди, которые были непосредственными участниками военных действий в Южной Осетии в августе 2008 года. Как сказали создатели фильма, картина будет держать зрителей в напряжении до последнего момента. И каждый сам решит, где ставить запятую в названии «Выжить нельзя погибнуть». В фильме покажут героизм и боль осетинского народа, как молодые парни, не раздумывая, отдавали свои жизни за родину. Мы уверены, что фильм завоюет сердца зрителей. По словам Мамиева, премьеру фильма планируют провести в Южной Осетии уже в ближайшее время. Стелла Бязарова, Арсен Гасев, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня.